Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад вас сегодня приветствовать на закрытии сезона эстрадного оркестра филармонии «Рок-хиты». Дирижер Дмитрий Буденко! Ваш аплодисменты! Громче аплодисменты, громче! Дирижер Дмитрий Буденко! Дорогие друзья, я надеюсь, вы готовы услышать сегодня качественную, крутую музыку от нашего прекрасного оркестра. Это так? Ну, тогда больше я не буду отвлекать у вас внимание, и мы начнем. Итак, Тина Тернер в 89 году записала свою и выпустила свою версию этой песни как сингл. Итак, встречаем The Best. В нашем концерте эту песню исполняет Валерия Качук. Thank you.
Дорогие друзья, и это только начало. Ну, а сейчас я хочу, чтобы вы сами догадались из репертуара, какой группы прозвучит следующая песня. Итак, американская метал-группа, образованная в 81 году, входит в большую четверку трэш-металла. Металлика! Правильно! Мы хотели все взять. Итак, песня из репертуара группы Металлика, Nothing Matters. Люся Алексеенко, Валерия Качук, под вас аплодисменты. Words I just don't say.
Ковальчук, Люся Алексеенко. И, конечно же, эстрадный оркестр Приморской филармонии, дирижер Дмитрий Бутенко. Ну, а мы продолжаем дальше. «Аберж» — 11-й студийный альбом Криса Ри, выпущенный в 91-м году. В этом же году альбом занимает первое место в Великобритании, а одноименная песня достигает 16-й позиции в британских чартах, что является одним из наибольших успехов Криса Ри. «Аберж» — Сергей Моисеев.
Сергей Моисеев! И, конечно же, эстрадный оркестр Приморской филармонии. Дорогие друзья, вновь я вас немножечко попытаю сейчас. Итак, ассоциации, да, вот какие могут быть. Метеорит, Брюс Уиллис, Армагеддон, Аэросмит. Все верно. Тут подсказали, что у вас в программе все есть, да? Ну ладно. Итак, песня из репертуара группы Aerosmith. I don't want to miss a thing. Антон Витовтов, Валерия Качук, Юлия Васильева. Под ваши аплодисменты. This sweetest dream will never do.
оркестра Приморской филармонии Дмитрий Бутенко. Продолжаем дальше. Still Got the Blues – студийный альбом ирландского гитариста и певца Гэри Мура, изданный в 90-м году, а также одноименная песня из этого альбома, ставшая самой известной в России песней Гэри Мура. Итак, встречаем Still Got the Blues – Сергей Моисеев. Ты приходить не хотел, я летел туда. Не говори кому. Oh,
Московской филармонии. Продолжаем дальше. Sleeping in my car, Roxette. Песня была выпущена в качестве первого сингла с их альбома Crash Boom Bang, вышедшего в 1994 году, и фактически стала одним из главных хитов года во многих странах. Юлия Васильева, Валерия Качук, Sleeping in my car. И эстрадный оркестр Приморской филармонии. Survivor. Песня была написана по просьбе Сильвестра Сталлоне для фильма «Рокки 3». Заняла вершину Billboard Hot 100 24 июля 82 года и оставалась на ней в течение 6 недель. 23-я песня в списке Billboard's All Time Top 100 и 63-я в списке лучших хард-рок композиций всех времен по версии VH1. Валерия Качук, Антон Витовтов, «Eye of the Tiger». Thank you.
Дорогие друзья, я надеюсь, вы уже зарядились положительной энергетикой. Я думаю, что пришло время выложить видео на YouTube и в Instagram. Поэтому 15-минутный антракт, и после этого мы продолжим и зажжем еще больше. Антракт!